Приветствую вас. Давайте разберем вопрос, который вы задаете, и попробуем вместе найти решение. Свекровь ревнует сына ко мне. Здесь нужно сразу сделать акцент на том, понимаете ли вы сами, что означает ревность свекрови. Забегая чуть вперед, хочется сказать, что вы, конечно, пытаетесь еще ее обесценивать, свекровь, да, называя ее сумасшедшей, неадекватной, токсичной. Вот, но по факту получается, что чем больше вы это делаете, тем больше она на вас влияет. Вот. И, соответственно, мне кажется, что здесь, именно здесь, вам не хватает чисто такого человеческого, может быть, понимания свекрови, вот понимания свекрови как человека, то есть чисто по-человечески. Вот. Да, вопрос здесь, конечно, заключается в том, можете ли вы понять ее по-человечески, да, то есть, есть ли у вас объективно такая возможность, потому что вполне вероятно, что возможности такой у вас и нет. Ну, а это уже немножечко другая история. Итак, ревность свекрови, значит, обусловлена рядом причин. Вот эти причины связаны как с ней, так и с ее взаимоотношением с сыном. То есть вот, есть какие-то, например, такие вещи, которые она, например, переносит на сына, вот, то есть она, она видит, например, в нем, допустим, то, чего нет, к примеру, вот, просто к примеру, она видит, к примеру, в нем то, чего нет, и это, конечно же, может быть проблемой, это, собственно говоря, и является проблемой. Но вам важно ее просто вот по просто по-человечески, вам нужно ее понять. Пытаться понять. Вот. А пока что ее ревность достаточно негативно влияет на вас. Именно на вас. Я надеюсь, что вы поймете, почему я говорю именно на вас, а не на ваши отношения. Вот. С вашим мужчиной. Вот это очень важное на самом деле уточнение, потому что то, как видите ситуацию вы, больше похоже на проблематику личных границ. Итак,
Из-за нее, из-за ревности свекрови, портится отношения с мужем. Ну, смотрите. Здесь классическая история. Перекладывание ответственности. То есть свекровь. Ревнует. Из-за этого, ну, значит, портится ваши отношения с мужем. На мой взгляд, вы отказываетесь от того, чтобы взять на себя ответственность за свой собственный вклад в порчу отношений. То, что вы делаете сами. То, что, например, лично вы делаете. То есть это категорически неверная позиция, когда вы пишете, что из-за нее портится отношения с мужем. За отношения с мужем ответственны только вы. Работаю у него в другом городе, там есть квартира, но забрать меня он не может. Ну, я сказал бы здесь следующее, что несколько смущает тот факт, несколько смущает, что вас нужно забирать, то есть не, условно говоря, не вы, да, а сами. Вот. Могли бы приехать к нему, например. Вот. А он вам должен забрать. Так что тема, она достаточно важная. То есть почему мужчина должен вас выбирать? Почему вы сами не можете к нему приехать? Дальше. Мама против, чтобы мы проводили время вместе и жили вместе. Вот здесь на самом деле двоякая ситуация. Как мне кажется, все непросто. Именно здесь. Сейчас объясню почему. С одной стороны, конечно, мама, ну, вне всякого сомнения, да, не брала. Безусловно. Вот, безусловно, она не брала. Ну, запрещаю вам, да, там, видеться, например, и всякое такое, с одной стороны. Но с другой стороны, скорее всего, вы знали о том, что его мама пока и все равно, тем не менее, все равно вы решили с человеком быть, решили находиться с ним, выбрали его, а значит,
Выбрали и его маму. Понимаете, какая штука? Вот. И это снова вопрос к вам о том, насколько вы ответственны за свои действия. Снова вопрос к вам, насколько вы ответственны за свой выбор. Потому что ну, вы ожидали или не ожидали, что мама изменится, например, да, что она будет, ну другую, допустим. Это вопрос к вам. Дальше. Пыталась не обращать на нее внимания, если вдруг не переубедишь, она женщина неадекватная и неисправимо. Ну, здесь у вас обесценивание, то есть это вы немножко не в ту степь. Занимаюсь учебой, домашними делами, саморазвитием, но поняла, но больше так не могу. Скучаю по мужу, мне не хватает его, я хочу побыть с ним. Это вопрос про вашу самодостаточность. Это вопрос про вашу самодостаточность и вопрос про то, насколько вам интересно то, что вы делаете. Потому что если у вас у самой четких таких вот целей по жизни нет, да, если у вас нет, ну, важных для себя ориентиров, скажем так, вот, то ну, это всегда будет проблемой подобного. Вы, к сожалению, ну, всегда будете зависимы. Вот. От, допустим, ну, от нее, да? Ну, вы всегда будете зависимы от мамы. И в какой-то степени это очень серьезная проблема, если вы зависимы от того, с вами муж или нет. Он несколько раз пытался меня набрать, получалось только на пару дней. В конечном итоге все это оборачивалось скандалом, словами: она невеста, да она сидит дома, должна готовить мне и убирать, а ты иди работай. Ну, это опять же к вопросу о том, на какие отношения в семье мужа вы соглашались. Поначалу муж ругался с ней, говорил, это моя жена, даже туда женился, она должна была рядом со мной, на что насыпала проклятие на него, и так получилось, что из-за нескончаемых проблем на работе, которых до этого не было, он думает, что все это из-за проклятия мамы, которая недовольна и редко служит меня понимать. Зациклился только на удовлетворение и спокойствие матери. Ну и ваш муж в данном случае религиозен, и с этим ничего не поделать. Как вы, ну, наши прежние отношения с мужем? А какие они были, прежние отношения? Как мне быть дальше? Чтобы что? Вам нужно больше доверять себе, больше опираться на себя и на свои жизненные, на свои жизненные векторы, а не на, ну, не на жизненные, не на мужа. Понимаете? Какая штука. Вот. То есть это очень важный момент. А вы достаточно, вы крайне не самодостаточны здесь, на мой взгляд. Вот. Что и представляет из себя проблему, конечно. Вот. Вот то, что я могу вам сказать. То, что я могу вам ответить на ваш вопрос. На этом все. Надеюсь, что помог. Желаю всего самого доброго и удачи.